В 10 утра на избирательном участке в поселке Комбайн проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Радаев. К моменту, когда он прибыл за бюллетенями, уже здесь проголосовало более 50 человек. По словам председателя УИК, люди идут активно, с хорошим настроением. Валерий Радаев поприветствовал всех присутствующих, записался и с бюллетенями проследовал в кабинку для голосования. Затем опустил листы в урну и рассказал, что в этом году сделано много для того, чтобы выборы были максимально прозрачными и легитимными. Вы знаете, созданы, я думаю, что великолепные условия в преддверии проведения таких больших политических мероприятий. И вы знаете, я обращался и в ЦИК для того, чтобы сегодня дополнительно у нас были КАИБы. То есть прозрачность, легитимность, с этой точки зрения, вы видите все, как это происходит. Поэтому я думаю, что все пройдет в нормальном рабочем штатном режиме. Глава региона поблагодарил за работу всех тех, кто сегодня находится на избирательном участке, и отметил значимость выборов, так как формируется и исполнительная, и законодательная ветвь власти региона.